Репортаж наш не туристический Вьетнам. Мы едем в дебри. Да, Макс тут выруливает. Макс, ну давай уже. Мы едем в нетуристические места. Смотрите, какая красота. Что-то у меня перетемнено в экране. Широкоуголка это перетемнила. Очень круто здесь, красиво. Мы едем на мыс от Даклета в противоположную сторону. Нам сказали, что здесь очень красивые места. Так, у нас школьники тут развлекаются на трассе. Hello! Hello! Вьетнамцы, которые не видели русских. Ну да, мы в такие места едем, где не особо-то туристы ездят. Ну, кстати, одна пара на байке проехала, я видел. Смотрите, как красиво. Так, у нас маленькая остановка. Мы едим мандаринки, которые купили по дороге. У нас еще впереди. Ого-го, сколько проехать надо. Мальчики, девочки, помашите мне на камеру. Макс. Юра. Так, у нас вот здесь вот водопад. Макс залез. Вот такая вот вода. Вода, вода, кругом вода. Птички поют, водопад шумит. Тут есть какой-то спуск к дикому пляжу. Тут какой-то спуск есть, но, видимо, заброшенный, может быть, какой-то отель, может быть, заброшка. Ну, можно попробовать съехать, посмотреть. Вот такая красотища. И мы сейчас еще дальше поедем. Хорошо, что сегодня нет открытого солнца, иначе было бы очень жарко. Просто очень жарко. Наша дружная компания. Так, мы приехали в какую-то деревню. Ни одного дома. Не, ну мы сейчас выйдем и будет видно красоту. 10 градусов уклон. Я тормоза жму, я не газую вообще. Тут и так все едет. Тут само все едет. Блин, ну вот видишь, там красоту не сняла, тут сопка мешает. Вот, красиво. Макс уже учесал. Да, тут мешают сопочки. Увидеть всю красоту. А где заправка? Мы что-то все так разогнались и забыли, что нам надо заправку искать. А думаешь, мы еще их не проехали? Ну тогда погнали. Не знаю. Фу, вонает опять. Так, вот въезжаем в деревню. У них всегда вот такие вывески, когда в деревню заезжаешь. Только тут... Только тут красивая какая-то прям. Добро пожаловать в нашу деревню. Макс, Макс, типа, а я знаю, часа ждать. Ты заправку нашел, машешь? А? Мы приехали в какую-то деревню с красивым пляжем. Юра, ты хотел пляж, вот он пляж. Да ты чё, самый кайфовый, смотри, волны нет, вон там пирс красивый. А? Ой, вот здесь камни красивые. Смотри, какой пляж чудный. Красота-то какая, ляпота. Вообще круто, слушай, я хочу купаться, но мне нельзя ноги мочить. Так, мы покушали. Снова приехали на пляж, на пирс. Здесь бетонный пирсик. Пирсик.
А где камни? Смотри, песочное дно там. Юра, где ты камни там нашел? Нет? Там были камни. Ну там вон мелочь какая-то, а так-то все песочное. Тоже рыбацкие стоят шхуны. Смотри, сколько рыбы. Она мелкая. Что, заныриваем? Так, мы выезжаем из деревни. Фу, пылища в глаза. Где мои очки? Реально метет. Но я надеюсь, не вон по той дороге надо было ехать, а вот по этой все-таки. Но надо навигатор доставать. А, ну в смысле, телефон-то у меня в руках, только надо включить его. Не, ну наверное вдоль пляжа. Какахи. Да, наверное, это дорога. Раз она уходит туда. Ну дай мне это снимать. Я скинул газ совсем, не бойся. И на тормозе держу руку. Мне ж надо микрофильм собрать, хотя бы на 15 минут. Для YouTube.